Ребята, всем привет, с вами Александр, мы в гостевом аккаунте, потому что у нас есть миссия. У нас миссия есть протестить новые усиления. Давайте смотреть. Так, вот исцеление, это новое, да, такое я не помню, восстанавливает вам всем раненым союзникам 25% от максимального запаса здоровья. Восстанавливает когда? После чего? Так, непонятно, осколки крутое улучшение. Так, вот это тоже новое, да, восстанавливает вашему союзнику существу в размере 50% от нанесенного им урона. Опять же, как это дело применить, непонятно. Так, вот это тоже что-то новое. Увеличивает бонус к показателю атаки за преимущество класса плюс 50. Мне что-то такое уже знакомое. Что-то я вроде читали такое. Так, а что еще тут за усиления-то добавились? Несокрушимость. Так, а ну-ка, в новостях есть? Что за усиление? Вот усиление. Больше модов. В этом наборе вы найдете свежие моды. Вот свежие моды. То есть два это мы прочитали. Вот зеленое снижение и перечеркнутый этот. Что это такое? Так, где тут зеленое снижение? Вот, ну вот это вот, да? Снимает запас очков здоровья с всех вражеских существ минус 15. И кто-то там перечеркнутый с красными глазами. Вот. И вот это. Дает одно очко действия за каждое павшее вражеское существо в начале следующего хода. А, ну у нас такая же фигня есть, типа, за павшее свое существо и за убитое существо. Ну, неплохо. Давайте тогда пойдем сражаться. Есть у нас такой турнир. Есть у нас такой турнир здесь. Вот, этот турнир. Нужно использовать хотя бы одно травоядное существо. Так. Кого будем брать? Давайте возьмем травоядное существо. Блин, один удар никто не выдержит. Представляете, ну то есть два удара по одному даже никто. А, вот кто есть, кто выдержит. Вот ты и давайте два хищничка. Так, ну кого попробуем взять? Давайте вот этих двух ребят. Теперь по модам. По модам. Так, вот. Ну нет, ну нет, зачем же ты так со мной? Моды. Моды, моды, моды. Давайте вот этому дадим вот так, потому что первого мы точно потеряем. Первому что? Вот живучесть ему бы хорошо зашла. Да. Ну, нет. Первому дадим живучесть, а второму дадим осколки. Да, ну ладно. Давайте возьмем исцеление, проверим. Погнали. тысячи здоровья, ребята. 38 тысяч. Офигеть, может я что-то не то выбрал? Что-то мне кажется, будет больно нам. Так, ну неплохо, но мы тут накопим довольно много здоровечка. Так, подождите, я не посмотрел, как эта штука работает. Она восстанавливает сколько нам? Так, он снова на 2 атакует. Но мы взяли и выжили. Вот облом ему, правда ведь? Исцеление. Еще плюс 1700. То есть, подождите. Это живучесть. То есть, я сейчас останусь... Остался бы жив, да? Это вообще ни о чем. Он ничего не почувствовал даже. Атака на 3 из 4.
Блин, это просто какой-то неубиваемый. Эй, не, у него уже очень слабый удар, как, насколько я помню, очень слабый. Вот это какой ужас. То есть мне пришлось 6 баллов в атаку. Так, ну что-то мне кажется, что тут надо брать самое сильное усиление, иначе, ну, блин, я, правда, эндорапторов не брал, ну ладно. 5 атака на 3. Не пробил. Раз, два, три, четыре. Ну, блин, знаете, с такими-то травоядными и индораптору не будет легко. Он типа сворвал у меня, да? Восемь! Так, я хочу... Вот, восстанавливает всем раненым союзникам 25% от их максимального запаса. То есть пока не насобирается в сумме 25%, четверть, то есть ну, она будет потихоньку восстанавливать. Ну ладно, всем союзникам. Но это надо подменяться, чтобы его как-то эффективнее использовать, надо их подменять. Блин, ребят, я не знаю, что мы будем делать, когда будет третий бой, когда нужно будет, наверное, 3 травоядных. Так это караул? Может их будет... Обойдемся двумя? Ну, тремя травоядными тут вообще, по-моему, нереально победить. 2 травоядных нужно взять. Взять 2 травоядных существа. А что у них по усилениям? Кровотечение. Запас здоровья увеличивает всех. Уменьшает атаку. Но это самое безобидное. Так, ну вообще тут, ух ты, Эдик старается. Уже по 3 почти всех существ. Ничего себе. Так, и хищник. Ну, и вот так. Чё будем брать? Давайте будем давайте-ка подумаем. То есть демагеру нужно однозначно брать вот это. А первому... Ну, куда ты деваешься? Почему ты уходишь? А первому может токсинчик взять. Что это? Восстанавливать вашему существу очков здоровья в размере 50% нанесенного им урона. Ну давайте попробуем. Ладно, что нам стоит? Если что, у нас есть unlimited ресурсов, мы сможем переиграть. Ну, удар очень слабый. Токсин для апатозавра не очень. Он тоже для демагера подходит больше, конечно. Ему надо было живучесть ставить все-таки. Но наша задача сейчас какая? Прожить здесь как можно дольше. Чтобы, ну, хотя бы... вот по 1000, я уже по 2000 считаю, что урона нанес. Ну, суммарно 2000. Ну, честно говоря, при 30 тысячах снимать по 300 вообще никак. Надо было еще раз 3 поставить в защиту, ну ладно. Сейчас я как раздам вот Осегнич, вот у меня большая надежда на него. Раз, два, три, четыре. Блин, а вы знаете, я не буду ставить в защиту, потому что я не знаю, не пробьет ли меня аргентинец за один удар. А как это так? Почему я его не пробил?
Я же посчитал все. Я что-то не понял. Я не прожал один раз? Ё-моё. Я чё-то не понял, почему я его не пробил только что. Ну, вам на видео-то виднее. Мне кажется, я единичку не нажал. Так, а чё-то я у него забрал кусок здоровья. Не понял. Восстанавливает вашему существу. Чё-то я не понял, что произошло. Но я пока что урона не получил, и перестарался с защитой, конечно. Ну хотя... Прощай! Ну, правда, мы не увидим, как я восстановил здоровье, но... Ну ладно. А, вот нам показали. Переливание. Неплохо. То есть я мог бы себе полностью восстановить здоровье, но тут надо интересно сидеть в глухой защите, пропускать по одному удару, и можно неплохо восстановить здоровье. Ну, если у тебя сильный удар. Так, ну а что теперь мы будем делать, я даже не догадываюсь. Три травоядных. Так, первому. Живучесть. Распределяет наносимый урон по всем противникам. Блин, даже не знаю, вот что. Клона использовать, наверное. Не знаю, давайте будем пробовать. Что у нас с этого получится? Вообще не представляю, как их убивать. Тут надо три клона брать. Ну, три клона поможет. Наверное, мы так и сделаем, потому что мы сейчас проиграем. Я вот жопой чую. Давай! Молодчинка, вообще на один. Ну блин, ну я его никак не реально не могу продемажить. Это чисто так, апатозавр, чтобы баллы накопить. Три, блин, а у него-то было пять. Пробил. Блин, даже защититься не могу. А вот оно как-то распределяет урон. Вот почему я его не пробил. Оно поработать начало по-другому. Блин, а я бы на всю проатаковал. Черт подери. Но не страшно. Абсолютно не страшно. У нас здесь еще камень не использованный. А, точнее, использованный.
Молодец, хоть на все 5 проатаковал. 47 тысяч урона. Вот это поворот. Блин, а вот эту тему надо почитать, как она работает точно. Блин, даже здесь. Фух, думал, мне 2 удара бить надо. Нет, за один справимся. А те уже, ребятки, пробитые наполовину. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас нужно быстро лабиринтозавра пробивать. Ну, неплохие показатели. 6000 атака. Давай, атакуй. Молодец. Так, а токсин мне прилетит сейчас? Да, прилетит. 3 косаря токсина. Ничего себе. Так, ну пахит же 8, надеюсь, не бьет. Так, ну походу мы справились, ребята. Но это еще так головоломка, да, с этими усилениями. Ну и что ты у меня своровал клона? Черт, тут бы меня мог пробить, если протокол на 4. Подождите, почему это он своровал у меня клона и отменил? Почему? То есть как бы дичь какая-то. Как-то странно оно сработало. Ладно бы он должен был уравняться с показателями со мной. Он же клона поставил себе. Что-то тоже как-то непонятно, как эта штука сработала. Да. Очень загадочные эти поединки с усилениями. Димитродончика нам тут насыпали. Так, давайте сейчас еще раз зайдем в усиление эти. Вот это. Распределяет наносимый урон. Как распределяет? Если у противника есть живые союзники, они делят поровну 50% нанесенного урона. То есть, если я бью на 20, то что, у вас прилетает 10, и остальные 10 делятся... Остальные 10, половина урона делится на двоих. Они делят поровну 50%, да, то есть половина нашего удара не... Ну, тут не написано, что она не идет. Ну, будем считать так. То есть вы ударили на 20, а вашему противнику прилетает всего лишь 10, и десятка, оставшаяся десятка делится по 5000 двум выжившим. Ну, вроде так. На этом, ребятки, все. Всем пока.